Так, сейчас будет выезжать. А у тебя это, колесам мешает, хрень. Вот гоночник, ты представляешь, что творит? Фу, слава тебе, Господи, ты бы видел, как оно. Вот так. Все, причалили. Мухтар, ну вот сейчас вы еще не проверяли. Сейчас будете тестировать его на этой базе стройматериалов. Думаете, справится он с нагрузкой? Нагрузка справится, я думаю. Просто водитель я не очень. Ну вот сейчас мы и посмотрим. Кстати, вот. Щебень 40-70. Ну да, вот здесь стой, стой, стой. Попытайся поднять, не рассыпая. Давай, выше. Голову, голову. Выравнивай, коуш. Выравнивай, выравнивай, Мухтар. А ну. Вот, давай. Еще. Сейчас перевернется нахер. Все, 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 хватит, я боюсь. Вот полная, 2,80 высота. О, слушай, Мухтар, голову, голову, голову разгружай. Примерься к КамАЗу, Мухтар. О, КамАЗ получается, офигеть, КамАЗ, вот, эй, эй, офигеть, КамАЗ даже берет. Берет, берет! Давай, 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 давай! Песок вообще хорошо берет. От души песок берет.
И после этого отъезжай, ему надо грузить. Ближе подъезжай. Мухтар! Все. Ну, сюда метр запаса. Все. Газон с огромными бортами вполне выгружать будет. В принципе, техника достает. Сделали примерно 370 килограмм, и чтобы спокойно он ездил. Давай. А ну, а поднять боишься? 370.